Главная галерея национального искусства Третьяковская отмечает 160 лет со дня основания. К юбилею один из крупнейших в мире музеев подготовил для гостей массу интересного. Выставки с экспонатами запасников, программные лекции. Искусствоведы поделятся тайнами, которые, как оказалось, хранят некоторые шедевры, то, что скрывали от глаз. Летом откроют грандиозную экспозицию, посвященную великому русскому маринисту Айвазовскому. Новые проекты Третьяковки вообще пользуются огромной популярностью. Каждый раз, когда я прихожу сейчас на Крымский вал, и вижу здесь, в залах, постоянные экспозиции, где представлены поразительные работы художников русского авангарда. Когда я вижу здесь толпы народа, я просто впадаю в состояние эйфории. Всего же в собрании Государственной галереи более 170 тысяч картин, скульптур, икон и гравюр. Коллекция пополняется работами современников.